Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Любовь, я врач-косметолог. И сейчас я хочу рассказать вам в нескольких словах, что такое натуральная косметика. Сегодня для современного потребителя не является проблемой приобретения косметики, так как полки наших магазинов действительно изобилуют косметикой отечественного и зарубежного производства. Но встает вопрос, какую же косметику и как ее выбрать. Дело в том, что современный потребитель, как правило, особенно в условиях мегаполиса, на сегодняшний день нуждается в более тщательном, скажем так, подборе косметики для своей кожи. Учитывая образ жизни, учитывая темп жизни, конечно же, все растет спрос на натуральную косметику, косметику с природными компонентами, которая бы максимально эффективно отвечала потребностям кожи. И что такое натуральная косметика? Это косметика, которая составлена и на основе природных компонентов, но содержит искусственных составляющих в виде красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, таких консервантов, как парабены и фенолфтиэтанол. Например, биокосметика, да, это такая косметика, которая в своем составе содержит до 95% натуральных компонентов, и только 5% допускается компонентов искусственного происхождения, когда нет им природной альтернативы. Что такое наша кожа? Наша кожа – это самый большой орган в организме человека. 2 квадратных метра – средняя площадь кожи. И, конечно же, очень важно все то, что мы на нее наносим и как мы за нее ухаживаем. Поэтому подбор косметики действительно является достаточно важным в данном случае. Я хочу упомянуть и рассказать в двух словах, еще обратить внимание нашего потребителя на косметику российского производителя Лефалия с натуральными природными компонентами. Дело в том, что здесь особенностью марки является применение в своих составах 26 трав средней полосы России. Все то, что дает природа, наша российская природа, да, мы соединили в составе наших препаратов для максимально эффективного ухода за кожей лица, тела и волос. И бестселлером нашей коллекции является и сердцевиной препаратов Лефалия является масло-концентрат, настоянное на 26 травах средней полосы России. Ингредиент богатый по своему составу, который может использоваться как самостоятельно, так и входит в состав всех других препаратов косметики Лефалия. Мы предлагаем комплексный уход за кожей лица, тела и волос как в домашнем применении, так и в профессиональной версии. Это спа-программа для косметологов, эстетистов, для массажистов, для тех, кто работает непосредственно вот именно в косметологии и в салонной сфере. А вы производите где, Люба? Это в Москве или где вы производите? Производство находится в Подмосковье. Мы сами являемся производителями, поэтому производство само находится в Подмосковье. Ингредиенты все российские. Почему мы называем эту косметику именно российского потребителя? Потому что сейчас на российском рынке представлено очень много марок именно зарубежных, с восточной концепцией ухода. И зачастую клиент задает вопрос именно о российской косметике, да, родственной нашей с вами кожи. Вот говорят, что мы должны, например, употреблять в пищу те овощи и фрукты, которые произрастают в нашей полосе. Да, вот точно тот же самый принцип можно отнести к косметике. А вот кто поставщик, кто у вас, откуда это, вот эти травы, откуда они? Значит, из каких регионов России? По травам, подетальнее вам может рассказать Татьяна информацию по поставкам. Средняя полоса России – это несколько центральных регионов, откуда идет сырье. А поставщики разные, то есть это не один поставщик. Это тщательный подбор сырья, ингредиентного состава у разных поставщиков. И, соответственно, на их основе изготавливается косметика. Хорошо, спасибо. Успехов вам, удачи. Всего вам доброго. И чтобы все женщины были красивыми.